А в одной коммерческой фирме к исполнению своих финансовых обязанностей относятся не так щепетильно. Несколько десятков вахтовиков месяцами не могут получить заработанные деньги. Об этой ситуации новости ОТС рассказывали на прошлой неделе. Тогда руководство строительной компании пообещало решить вопрос к сегодняшнему дню. Однако до финала этой истории, как оказалось, еще далеко. Андрей Баев поговорил с рабочими, которые теперь несут вахту у офиса работодателя. Вахтовики стоят у здания по адресу улица Народная, 40/1 с раннего утра. Требуют деньги за работу на стройке отнюдь не дешевых объектов в Республике Тыва. Неделю назад в руководстве компании обещали расплатиться. Вот только суммы не устраивают вахтовиков. Выдают лишь по 5000 рублей. Зашел в бухгалтерию, козыл не рассчитывается. Ну, конечно. Заказчик не рассчитывается с деньгами, нет у заказчика денег. Людей пускают в здание по несколько человек, согласно составленному от руки списку. Остальные вахтовики мерзнут на крыльце. Ты сделай так, чтобы мы в Кемерово приехали. На сейчас поезд, мы что, где ночевать-то будем? Конечно, а что у вас ехать? Ставили какие-то фамилии. Деньги получите, уверяет руководство компании. Однако выдать всю задолженность сразу нет возможности. По словам коммерческого директора, тувинские заказчики подвели. Да, они хотят получить в полном объеме здесь, сейчас и сразу. К сожалению, не получается. Но при этом мы выдаем денежные средства каждую неделю. И сегодня все те люди, которые находятся на улице, получают по 5000 рублей. То есть дальше мы их ориентируем на пятницу, дальше мы ориентируем на понедельник. Мы планируем до Нового года данные вопросы все закрыть. Мы получим наши денежные средства за выполненные работы, и мы рассчитаемся в полном объеме с людьми. Среди недовольных вахтовиков большинство из районов Новосибирской области. Однако есть и жители соседних регионов. Поэтому приезжать за заработком в 5000 рублей им просто невыгодно. Больше половины уходит на дорогу. Сегодня люди решили обратиться в прокуратуру и к президенту страны. Андрей Баев, Олег Сурков, новости ОТС.